Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Признак принадлежности предмета к конкретному... Буква... Конкретному человеку. Интересно. Ну-ка. Буква Р. Такой буквы здесь нет. Ну, вращайте барабан. 450. А. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. 500 очков, буква. Так, 500. Ну так это инициалы. Это вот и вышивают там на халатах врачи себе. В детском садике там что-то подписывают. Я думаю, что инициалы. Откройте! Точно. Ну, вращайте барабан. 500 очков, буква. Л. Откройте букву Л. Вращайте барабан. Только вопрос как-то по-дебильному поставлен. 850 очков, буква С. Замечательно. Откройте. Что, будете крутить? Шестьсот очков. Буква И. Что? Откройте букву И. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Невезуха. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Ну, вдруг приз. 350 очков. Н. Ну, конечно! Вторая тройка. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Вторая тройка. Вот задание на второй тур. Вращайте барабан. Имя женщины, у которой в гардеробе было более 15 тысяч платьев. Не знаю пока. Да что ты банкрот? А вы все равно банкрот. Вращайте барабан.
что-то рыжим не везет. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Брюнетом тоже. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. Что-то не вездуха. Все ваши очки умножаются на два. Сектор призовой можете назвать букву. Р. Неверно. Крутите барабан. Иннокентий Альфредович. У вас ноль. Напасть. Ну, вращайте барабан. Полная напасть. 1000 очков, буква А. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. Семьсот 750 очков. Е. Открыть немедленно. А. Будете барабан вращать? Екатерина. Вторая, небось. 600 очков. Буква. Нет. Елизавета. Это королева, наверное. Великобритания. Ой, откройте букву Л. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Ну, в прошлый раз левая пустая была. Значит, правую. Есть! О, есть! Точно. Будете крутить барабан? Пятьсот очков, буква. Т. Другое дело совершенно. Откройте нам букву Т. Назовете слово целиком? Дульки. 350 очков. В. Откройте букву В. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 500 очков, буква З. Гениально. Откройте. Три правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Ну, хоть тут и рандомно выбираются эти шкатулки. Ну, попробую. Прагматично, если было в прошлый раз тут, то может в этот раз тут. Есть! О, есть! Назовете слово целиком? А нет, а вдруг приз? 500 очков, буква. Ладно, чего уж там. И. И вы абсолютно правы! Это третья тройка. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Третья тройка. 5 букв. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Как называлась уха без пряностей? Это как она называлась? Какая-нибудь ботвинья.
750 очков. Ну, допустим, А. Откройте нам букву А. Вращайте барабан. Узвар. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Пер. Откройте. Какой узвар? Вращайте, пожалуйста, барабан. Ничего себе. 800 очков. Буква. Ухо без пряностей. Такой буквы здесь нет. А чего вы хлопаете? Вращайте, пожалуйста, барабан. Чего вы хлопаете, зрители? 700 очков. Буква. Е. Кто ж будет спорить с этим? Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. 450. И. Неверно. Крутите барабан. Дворник с метлой пришел. 750 очков. О. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте букву О. Что, будете крутить? Семьсот пятьдесят очков. Н. Такой буквы здесь нет. Будете вращать барабан, назвать слово сразу. Да как я могу назвать, если я его не знаю? 400 очков. Буква. Т. Ну вот. Такой буквы здесь нет. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. У вас ноль. Что, будете крутить? Альфред Варфоломеевич. 400 очков. Буква. Ну, допустим, F. О-хо-хо-хо! Нет, неверно. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Аврора Глебовна. 700 очков. Буква. З. Ой, такой буквы нет. Что, будете крутить? 750 очков. В. Господи, такой буквы нет. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Это вы его знаете. 1000 очков, буква. Л. Ой! Откройте букву Л. Назовете слово целиком. Шалан. Пятьсот пятьдесят очков. Так нет. А что, Аллам? Может, Галач? А, уха без пряности, голая. Ну, конечно! Ну, конечно, голая уха, как ленивые вареньки. В эфире капитал шоу «Поле чудес». Финал, прошу. О, длинное слово. 2, 4, 6. Вот задание на финальный тур. 8. Вращайте, пожалуйста, барабан. 11 букв.
Это устройство играет с оптикой, создавая красоту для глаз. Калейдоскоп. Пятьсот очков, буква. Мы сейчас на шкатулках, на вайре. Откройте букву П. Ну, вращайте барабан. 350 очков. О! Просто замечательно. Откройте букву О. Крутите барабан. Кручу. 500 очков. Буква. К. Угу. Откройте букву К. И ты правильно угаданная буква. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? Опять левую. Блин. К сожалению, не угадали. Тут надо получается... Будете крутить барабан? Да ничего тут не получается. Это как в лотерее. 500 очков. Буква. С. Откройте букву С. Будете крутить барабан? 500 очков. Буква. Д. Я поражен. Откройте букву Д. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 450. И кратко. Ой. Откройте. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку? А все равно левую. К сожалению, не угадали. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Прям как в Чернобаевке. Вот, а вы все равно банкрот. Назовете слово целиком. А не буду. Ты елки. А вы все равно банкрот. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Вот. Сейчас дворник выиграет. Тоже. У вас ноль. Назовите слово целиком. Ари Казимир. 350 очков. Е. Открыть. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 350 очков. Откройте букву Л. Назовете слово целиком? Нет. 450. Ну вот сейчас, три правильно угаданных буквы. Но вряд ли он мне сейчас даст. Абсолютно точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Я опять третий раз левую. Есть! Есть! О, есть! Да. И перед нами победитель! Да, горе-победитель. И супер игра. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Супер игра.
Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. 9 букв. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые 5. Официальная профессия Агаты Кристи. Секретарь. Секретарь. Да. А. С. Е. К. Р. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. А есть они, конечно. Минута пошла. Т. И мягкий знак. Точно! Вы выиграли суперигру! Эти аплодисменты вам! Вы выиграли суперигру, и в качестве суперприза вы получаете... Водокат. 50 тысяч. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Да. Ну, не знаю, как ровно, неровно. Так, 1 347 250 рубликов. Хорошо. Выходим. Покинуть игру? Да. Пока-пока. Да.